Приветствую всех, кто будет смотреть это видео. Ко мне приехала посылка. В ней находится набор. Набор для шитья. Заказывал на AliExpress. Да. И, в общем, вот такой вот наборчик. Для чего нужны? Ну, для шитья, понятно. Делаем. Единственное, были несколько наборов. Ну, в принципе, сами можете проверить. Как маленьких, так и больших. Выбрал по цене именно этот набор. Самый дешевый. Так. В общем, наличие здесь. Сейчас все инструменты будем смотреть и проверять. Я взял немножечко, маленький кусок, какой нашел кожи. Так что... Не пишите, что пожадничал. Такой нашел, вот в таком бардаке, который у меня есть. Так. Ну, это ерунда мне точно не нужна. Если уж уколюсь, так уколюсь. Так, в наборе черные нитки. Черные, черные, черные. Я думал, здесь будет меньше ниток. Так. Да, по-моему, они вощеные, да. Воск есть. Ну, вроде держит. Держит, не могу порвать. Нормально. Пойдет. Не такие плохие нитки, как я думал. Выдержали. Я думал, они будут сразу рваться. Ну, а что вы ожидаете, думаешь, когда из Китая что-то заказываешь? Ждешь только самое плохое, а потом радуешься, если что-то попадется хорошее. Мне нравится, как один ножедел есть. В общем, он в своей стране все-все бракует, не говоря уже о китайском, а все иностранное, типа американских и тому подобное, хвалит. Я так не делаю, я человек экономный, будет хорошее китайское, ну, будем использовать хорошее китайское, что делать, раз наша российская не производится. Что жаль, конечно. В общем, вот это вот вроде как ножницы, я так смотрел. Интересно придумали. Очень компактные ножницы, кстати говоря. Их можно с собой в поездку возить. Для ножеделания или для что-то кожевенных работ навряд ли это пригодится. Но вот именно, чтобы ногти подстригать. Ух, как криш. Ой, кошмар какой. Больше на плоскогубцы похоже, чем на ножницы. Ну, удобно, между прочим, что вот так вот упаковываются. Единственное их удобство. Так, кусочек воска. Потому что пчелиный воск не такого цвета. Какой-то кусок жира. Я не знаю. Не, не пахнет. Может? Не знаю, что за воск. Так, нитки улетели. Шило. Нет, не шило, это не шило. Давайте шило начну. Где здесь шило? Во-во-во, вот оно шило. Проверим. Вот он кусочек кожи. Наверное, 1,5 миллиметра толщиной. А, уже прошла. Подождите. Проходит. Не ощущается, как проходит, но проходит, в принципе. Могло быть и лучше. Ну. Тупенькое шило. Шило тупое, да. Надо будет заострить. Так, ручка какая? Ручка деревянная. Ну, дешевый вариант. Так. Точно такой ручкой погнутой. И наискось поставленной иголкой. Так, как проходит у нас иголка? Точнее, да, нет, здесь как шило. Лучше работает иголка, если честно. Так, ну здесь понятно, выдергиваешь нитку. Как нитка держится. Так. Ну, наверное, видео будет подольше, но зато интереснее. Потому что такие вот я сколько искал видео, таких видео не было. Поэтому набор взял так, для испытаний. Ну, в принципе, да, не соскальзывает, хорошо держит. Хоть она и
Кривенькая, но работает. Так, что у нас еще? О, вот эта иголка. Больше похожа на швейную. От промышленных машин, просто поставленная в ручку. Не знаю, я такой не пользуюсь. Так, так, так. Вот еще шило. Вот это, наверное, шило лучше. Вот это, я чувствую, будет лучше. О, вот это лучше намного шило, чем то. С криками вперед протыкает. Не, это лучше. Это и удобнее. Так, что еще? Еще нитки коричневого цвета. Ну, в принципе, цвет виден, я уже не буду распаковывать. Так, и вот такие иголки. Честно говоря, до сих пор нормальных иголок нету, навряд ли тоже будет лучше. Но, по крайней мере, толстая мне пригодится точно. Вот этими двумя нитками я буду шить. Эти большие чересчур. Все остальные. И вот эти изогнутые две. Ничего, пригодятся. Так, что я пропустил вначале. Это разметчик шва. Давайте, я здесь приготовил вот такую пластинку. Ой, как качается, кошмар. Здесь надо подбить. Вот видите, ходит туда-сюда, ось вот эта, и качает. Надо его подбить сначала, перед работой. Разметку видно слабо. Так, это какой-то пластиковой ручкой. Для мазохиста, видать. Ай-ай-ай-ай-ай! Ай, ты дрянь такая, пробила мне палец. Вот это точно пробьет. Ух, как она пробивает. Вот это лучше, конечно, естественно. Правда, у этой не видно. Хуже видно пробитые, но это лучше пробивает и пальцы, и кожу. В общем, вот такой наборчик. Все время не хватает этой ерунды, мелочи. Можно сделать своими руками, и я делаю часто эти всякие шилы. И всякие вот эти вот ерунду, но вот решил купить сейчас. Посмотреть, как оно в работе. Вот это, наверное, последняя посылка, которую я распаковал. Остальное уже, наверное, будет работой. Всем пока. Всем здоровья.